Всем привет, ребята! С вами я, Стив Про, и сегодня мы с вами снова продолжим играть в PUBG в Майнкрафте 1.6. Если вы, ребятки, смотрели предыдущую серию по PUBG, то там мы с вами заняли топ-1. Да, нам повезло, да, мы затащили, и мы с вами вправду заняли топ-1. Я думаю, что сегодня мы с вами, ребятки, также сможем занять топ-1, и если вы меня верите, а также хотите следующую серию по PUBG, то обязательно, ребятки, ставьте лайк. Сейчас мы находимся на лицензионном сервере LiveVault, мы всегда на нем, ребятки, с вами играем в PUBG. Поэтому, если хотите сыграть в PUBG, то качайте Майнкрафт с рабочим Xbox Live или покупайте просто лицензию Майнкрафта, и будет вам, ребятки, PUBG. Вот наш PUBG, мы с вами, ребятки, в него заходим. Ну и, короче говоря, увидимся, когда я уже загружусь. Ну что ж, погнали. Ну что, будем точить, да? Будем точить, ребята, мы с вами куда-то летим. Я случайно прям выпрыгнул, в самом деле просто нажал кнопку пробел и куда-то полетел. Так, у нас там впереди амбар, давайте мы в него с вами и залетим. Давай, давай, лети, Стивен, там уже взрывы, я слышу. Так, все, времени останавливаться у нас нет, нам мы должны с вами бежать и искать вещи. Так, интересно, а здесь... О, да, здесь могут быть вещи. Но это стрела, но это вообще ни о чем. Нам бы хотя бы какое-нибудь оружие, даже арбалет, это и то просто вообще фигня-фигней. Так, дротик, его можно, наверное, бросить кого-то, может быть, опять же, не знаю, ребята. Также сразу скажу, что здесь всего лишь одна карта, и эту карту, ребята, я знаю очень плохо. Соответственно, найти какие-то тупнычки, ребята, я не смогу. Поэтому, если вы знаете какие-то секреты этих карт, ребята, этой карты, то обязательно пишите в комментариях. Может быть, здесь какие-то лайтовые нычки, там, где оружие. Я, ребята, об этом ничего не знаю, потому что я играю не так уж давно, и карту знаю очень плохо. Так, соответственно, у нас там есть что-то впереди, какой-то город, давайте мы с вами туда и направимся. Конечно, без оружия суваться туда довольно трудно. Трудновато, кстати, это не город, это у нас какая-то фабрика, но даже не фабрика, у нас там контейнер, ребятки, соответственно. Но там люди точно есть, потому что туда кто-то спрыгивал, ребятки. О, арбалет вижу, ребята, вижу арбалет. Знаете, хотя бы что-то у нас будет. Все, забираем арбалет, хотя бы что-то. Так, вот, о, что, кого-то убили, что ли, уже, или что? Или типа такие, аэродроп, ребятки, я же забыл, что... Нам здесь нужен аэродроп. Так, что это делает хук у нас? Да что я могу заменить? Давайте мы заменим его на арбалет, потому что он мне нафиг вообще не нужен. Так, это у нас, соответственно, ледяной меч. Дает он нам 8 урона. О-о-о-о-о! 8 урона, где кто-то бегал? Ну-ка, здесь кто у нас бегал-то? Я готов это, посоревноваться. Так, а где у нас здесь был, ребята? Здесь был челик, я видел челика. Серьезно видел челика. Он сбежал внутрь, возможно, да? Хотя здесь, смотрите, вещь какая-то лежит. Давайте посмотрим, что это у нас вообще такое. У нас это бомба, смотрите, заменить я могу ее на дротик, потому что мне нафиг, к примеру, не нужен. Заберем лучше бомбу, наверное. Так, 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 я никого, ребята, больше не вижу. Не, здесь был челик, реально был челик. Так, мы с вами, ну, не в зоне, конечно, но лучше двигаться в зону, поэтому давайте двигаться в зону. Кстати, почему-то этот дроп не был подсвечен как-то на карте. Довольно странно, ну, может быть, потому что мы его уже обыскали. Вот, ну ладно, ребята, с этим еще разберемся. Давайте подниматься выше. Может быть, кого-то да и встретим. Так, осторожненько, осторожненько, осторожненько. Поднимаемся вверх. Нам бы сейчас бы, конечно, киллы набрать. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как здесь работает система. Здесь типа остаться нужно последним или все-таки нужно... О, аэродроп рядом с нами. Или это... Подождите, да, реально рядом с нами аэродроп. Либо здесь нужно все-таки, как и в папке, набрать больше киллов. Вот, ребята, эта система я еще пока не пойму. Нужно с этим тоже разбираться потихонечку. Что-то как здесь работает. Так, у нас вообще, по идее, аэродроп за зоны, ребят. Зона нас может довольно быстро убить, надеюсь, что мы успеем добраться до этого аэродропа быстрее, чем доберется до него зона. Так, ну прям близко. А я что-то не вижу, я, ребят, не вижу. Подождите, а где? А где? Вот, на дереве, что ли? Да рили, да не может такого быть. Серьезно. Ребят, прикол, аэродроп на дереве. О, зона, зона, нет. Походу, реально где-то на дереве застрял аэродроп. Ну, такое, по идее, может быть, в папке тоже такое случалось нередко. То есть, часто было того, что было, что аэродроп просто застревал на домах, и это было довольно печально. Ну, ладно, ребята, так-то у нас есть меч, по факту. Я бы хотел бы еще запасное оружие, чтобы на всякий случай, если это сломается, то у нас будет запасное что-то. Так, блин, здесь у нас такой это подъемчик непутевый. Долго уже на нем поднимаемся. Смотрите, у нас зона прям ограничилась очень сильно. И сейчас сюда побегут, ребята, челики. Так, бинты использовать пока я не буду, потому что в этом я, ребята, не вижу смысла. Так, у нас там есть аэродроп тоже. Ну, пока что в зоне, конечно. Но смотрите, здесь и огонечек у нас все. Ох, короче, здесь жесть сейчас будет. Огонь почему-то распространяется, я не знаю, с чем это связано.
Потому что Fortnite, ребята, я толком не играл и не знаю, что да как там. PUBG знаю, да, а вот Fortnite вообще, ребята, с этой игрой я не знаком. Так, нам бы сейчас куда-нибудь засесть и сидеть, и сидеть. Вот там есть подъезд здания, в него можно и нам засесть. И как бы ждать, пока кто-нибудь к нам придет. То есть будем кимперить, ребята, будем сидеть в засаде. Так, молния. О, там, смотрите, кто-то бежит. Так, меня вроде пока не палят. О, замечательно, так, что у него там было, надеюсь, есть хилки, блин, что за дичь, это древесина, это несерьезно, я не строитель, конечно, ладно, так, давайте сюда забежим, может, здесь что-нибудь найдем, нам бы бинты, ребята, пути оружия уже есть, так, мы, кстати, в этом домике уже с вами были, я точно помню, как раз предыдущая серия, по-моему, была в этом домике, но я могу и ошибаться, ребята, но здесь я точно был. Так, поднимаемся выше, надеюсь, здесь никого не будет, никто нас здесь, надеюсь, не ждет. Пока, ребята, нету никого вообще, больше я никого не вижу. Ну, может быть, это хорошо, может быть, плохо, но рядом с нами, ребята, аэродроп, который мы сейчас с вами заберем. О, посмотрите. Так, сейчас я заберу аэродроп, думаю, челик. Но вот-то фиг там плавал, сейчас я тебе быстро-быстро охлобучу. Так. Так, давай. Ах ты ж, иди ко мне. Иди-ка ко мне, опа. Он, ребята, либо меня увидел, либо что, я не пойму. Опа. Ага, лол. О, так, давайте. Опа, отлично просто. Я не понял, как это произошло. Но здесь у нас стрелы, то есть это, ребята, не аэродроп. Так, подождите, аэродроп где-то дальше, да? Это просто челик увидел сундук, а у него что было? У него, ну, у него вот такой лут, знаете, прям вообще такое. Ну, я отсюда ничего не возьму, наверное. Но хотя бы можно вот заменить вот так. То есть, ребята, это у нас, по-моему, штучка, которой можно бросаться. Я не знаю, как она называется. Но будет у нас огненной гранатой, без разницы. О, там два челика. Нафиг мне туда надо суваться. То есть, смотрите, вот что можно делать с помощью нее. Просто жесть. Давай, минус, есть. О, ребята, меч сломался, а у него было, да, что-то запасное? Да. Вот я про это вам говорил, что нам нужно запасное оружие. Потому что я боялся того, что у нас просто сломается этот меч, и нам будет потом плохо. Так, ну у Стивена так-то были оружие, не знаю, почему он убегал от него. Возможно, у него было мало хпшки. Кстати, у них, ребята, нету бинтов, что просто очень плохо. О, вот аэродроп, я вижу. Вижу, у него парашютик, ребята. Может быть, там хотя бы будет аптечка или что-то. Что-то хотя бы похоже. Да, ребята, вы поняли совершенно верно. У меня опять вылетел Майнкрафт. Опять же в папке. Совершенно верно. Это, ребята, наш любимый Майнкрафт. Наша любимая компания Моджинг. Ладно, я опять не стал унывать, ребята, и снова зашел в очередную катку папка. И хочу сказать, что все довольно удачно. Я уже убил пару людей. Как видите, я довольно хорошо так залутался. У меня есть, во-первых, аптечка. Два бинда, и это просто замечательно. А также есть оружие на целых 8 урона, ребята. Так, посмотрим, что у нас здесь. О, вот этот подгон. Ну, я вот это понимаю, ребята. Вот это просто отлично. Так, о, как у нас хорошо сужается просто зона. И нам бежать нужно в сторону горы. Вы серьезно? Так, я думаю, что нам сейчас стоит лучше забраться на горы. Потому что тот, кто выше, тому будет легче, собственно говоря, здесь выживать. Также, ребятки, возможно, вы могли спросить, а почему ты не устанавливаешь какие-то сторонние текстуры, ребята? Во-первых, здесь сервер использует свой текстуру пак. Соответственно, с другими текстурами, возможно, могут появиться какие-то баги. Я просто не хочу, ребята, встретить баги. Но вот что насчет шейдеров, то их можно, по идее, установить. Но, ребята, я, опять же, не уверен. Это будет дополнительная нагрузка, как на сервер, так и на производительность. Поэтому, ребята, насчет этого вопроса нужно будет подумать. Но если вы хотите, чтобы я установил, ребята, шейдеры, то, пожалуйста, мы с вами это попробуем сделать. И, блин, заметьте, что сейчас я не знаю, что мне делать, потому что что-то какая-то большая слишком гора. Так, подождите, а если здесь как-нибудь похитрить? Нет, никак. Я просто не строитель в папке, особенно. Я вообще, вот, вообще не умею строить просто. Блин, давай, Стивен, забирайся. Ну, такое, ребята, по одному блоку вверх, я думаю, что вообще такое. Ну, блин, обязательно нужно было так, конечно. Конечно, нужно было именно так. А чё у меня сразу все потратил? Что за дичь? А, я ж могу здесь блоки ломать. Ёшки. Нет, не могу. А как же забираться тогда? Блин, это вообще жесть, ребят. Вообще просто жесть. Забраться на гору в Майнкрафте? Ну да, такое. Вообще такое. Так, запрыгнуть здесь может как-то получится. По касательной. Опа. Блин, а там уже... Сейчас. Не, ребята, это жесть. Это однозначно просто жесть. Я ещё урон получил на ровном месте. Ну такое.
Ох-хо-хо, а сейчас, смотрите, зона будет сужаться именно прям в горе, то есть нам... А, смотрите, здесь как-то есть проходик, конечно. Я что-то его не заметил. Не, ну если, конечно, здесь нету проходика в гору, то это просто жесть. Нет, здесь так-то что-то есть какое-то, что такое. А, это, ребята, у нас мина. И давайте мы это выбросим, это заберем. И смотрите, это у нас ловушка, короче. Опа, если кто-то туда наступит, то, по-моему, это сработает как мина. По-моему, ребятки, именно так все это дело работает. Я бы, конечно, это посмотрел, но нам нужно, по идее, искать укрытие. И смотрите, это у нас нифига не гора, это у нас какой-то тоннель. И если зона будет сужаться, опять же, на гору, то мы с вами, ребята, просто-напросто проиграем. Потому что забраться на гору, это еще такое дело. Так, ладно, бегаем нашу мину аккуратненько. И, блин, ребята, я, конечно, не подстрекатель, но забраться на гору, походу, нереально. Но нам нужно это сделать, потому что я думаю, что зона будет сужаться именно в сторону горы. Если, ребята, это так, то все, мы, скорее всего, погибнем. Хотя, смотрите, вот здесь, по идее, можно вот так аккуратненько забраться, вот так. Вот, вот здесь можно, вот. Ну, вроде что-то получается, с одной стороны, но я не уверен, ребята. Я в этом не уверен, и, кстати, я никого не вижу. Это меня тоже, с одной стороны, пугает. Вот, зона уже идет, но мы с вами уже, ребята, на горе, нам уже бояться нечего, то есть, если даже зона будет сюда сужаться, то все, мы с вами уже забрались, и нам как-то пофиг, ребята, реально пофиг, все. Мы с вами просто здесь ждем зону и ждем игроков, которые сюда также будут пытаться забраться. И здесь реально, смотрите, здесь просто... О, я угадал, я угадал. Соответственно, нам нужно двигаться дальше, ребята, если я сейчас бы не попытался забраться, то... Ну, скорее всего, мы бы с вами погибли, ребята. Просто погибли бы и все. Ну, хотя у нас было бы время, конечно, забраться. Ну, такое. За нами никто вроде не лезет. Поэтому спокойно, ребята, движемся дальше. Так, хорошо. У меня уже 4 килла. Да, это и вправду, ребята, 4 килла. Ну, здесь, смотрите, здесь вообще темный лес просто. И у нас что, битва в лесу должна быть? Серьезно? Смотрите, ребята, зона прям в лесу. Ну, такое, я вижу игрока. Так, я лучше похилюсь. Так. Он что-то там держит в руках, конечно. Я не уверен, что он держит в руках. Опа. Ох, зря ты это делаешь, братец. О, с арбалета ничего не добьешься. Ну что, ребятки, мы с вами занимаем первое место. Я же прав. Да, мы с вами заняли первое место. И, ребята, нам дали 5 очков за ранг. То есть за позицию. Это очень-очень круто. Ну что ж, ребятки, я думаю, что эта серия по папку вам понравилась. Если это так, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, а также, ребята, пишите, есть ли какие-то пасхалки на этой карте. Потому что знаю я довольно плохо. Может быть, здесь есть какие-то лутовые места, куда нужно обязательно спрыгивать. Может, там есть какие-то скрытые сундучки. Я думаю, что, ребятки, так и есть. Если они вправду есть, то обязательно пишите о этих местах в комментариях по данным видеороликам. Ну а на этом, ребятки, все. Всем пока-пока.